Сегодня я без собачки. Проснулся, куда-то уехала собачка моя. Стоит. Проспект Победителей. Был Машерова, как-то звучало лучше. Победители, все война какая-то, все воюем. Как все классно. Такие детки хорошие. Да что-то у вас их много. Дворец спорта. Велосипедиста мало, на рабочий день, наверное, и еще спят к вечеру, второй половине дня уже и больше. Не могу скорость больше включить левой рукой. Еду в магазин, где я покупал велосипед напротив парка Челюскинцев. Надо отметку в
в талончике установить, что я прошел техосмотр первый бесплатно. Отрегулировали мне переключение скоростей, колеса поднакачали, потрогали, помацали, сказали, все добро. Велосипед работает. Так, крутанемся. Так, уже 6 минут 52 секунды. Как отъехал от стелы. И проехал что-то 2 километра, что ли. Что-то много. А всего уже наездил на велосипеде с момента, как купил велосипед. 4 июня, кажется, или 5-го. Уже проехал чуть больше 1000 километров. Успел нос сломать, лоб разбить. Выставочный комплекс на Купалы. Сейчас будет парк яркий Купала. Мне туда уже не хватит время снимать. Вечером многолюдно.